Привет, друзья! В этом видео мы будем производить измерение твердости стали данных клинков механическим способом по шкале Роквелла. Значит, здесь представлены три ножа мастера Бирюкова и один нож кузницы Медведь. Данный нож мастера Бирюкова, сталь S290. А мастер, значит, дает твердость 70 единиц по Роквеллу. Второй нож — это из стали Ванадис 10, тоже Бирюкова. Твердость 63 единицы дается. И третий нож, тоже мастера Бирюкова, из стали H12MF. И нож кузницы Медведь, сталь Элмакс, тоже известного мастера хорошего Бирюкова. Здесь сталь S290. Вообще некуда. Так, что там? Ну нет, что-то где-то неправильно лежит. А, 69. 69, все правильно. Все нормально. 69. Да. Так, вот тоже нож мастера Бирюкова. Сталь Ванадис 10. Рукоять карельская береза. Прикройте. Тоже хороший. Сколько? 61. Итак, друзья, мы произвели измерение твердостей клинков данных ножей. Значит, нож Бирюкова, сталь S290, значит, заявленная твердость 70. При измерении мы подтвердили, значит, 68,5. Ну, по-моему, это отлично. Меня это вполне устраивает. Сталь Ванадис 61 единица против заявленной 63. Меня тоже устраивает. Еще меня очень устраивает рез ножа и качество исполнения вот этих ножей. Да, собственно, все четыре ножа очень замечательно выполнены. Претензий нету. Сталь H12MF Бирюкова показала твердость 59, тоже отлично. Сталь Элмакс кузница Медведь показала 62, тоже величина практически та, которая заявлена производителем. Ну вот, собственно, и все. Пока смотрите мои видео. В следующих видео будет измерение твердости стали других ножей.